Thank you.
Thank you.
Dove dice? Концерту. Можно сказать, почему-то как-то реже, но, на мой взгляд, очень глубоко. И вот это вот некоторое невидение друг друга приводит к тому, что мы все лучше друг друга понимаем, принимаем, ощущаем. Наверное, надо иногда расходиться, чтобы... Повторю одну цитату. Когда начался год лошади, мы играли в ЦДЛ, в Центральном доме литератора, и возникла такая мысль, что лошадь бежит по кругу, как карусель, да, раскручивает ее, и мы все, находящиеся на этом круге, нас центробежная сила разбрасывает по краям круга, то есть диаметрально противоположно, разбрасывает в совершенно противоположные стороны. А зачем? Чтобы мы соединились на другом уровне. И я думаю, что вот такое сотрудничество нам помогает подняться на другой уровень, точнее не подняться, а перейти. И там уже соединяться совершенно в другом вибрационном поле. Кто хочет продолжить знакомство с нашей музыкой, есть карточки такие, drop cards, с которых можно закачивать с интернета музыку в хорошем качестве. Можно и в плохом, в принципе. Если есть вопросы, можно. Самим себя задать. Не, конечно, можно задавать. Какая же труба? Труба? А я сегодня решил без трубы прийти. Вот видите, вот играешь. Можно сказать, весь мир рукоплещет. А потом мне кто-то вот подходит на концерт и говорит, вот на пакетике особенно вот хорошо напоминается. Я говорю, а остальное? Нет, остальное нормально. Вот на пакетике. Вот. Можно написать на пакетике. Есть у нас пакетик? Даже не пакетик. Не, ну, понимаете, все-таки мы решили практически сегодня не хулиганить. Даже ничего не решили, так получилось. Все-таки такое серьезное заведение. Я очень уважаю Алексея Козлова, мы с ним знакомы, замечательный человек. Можно сказать, он меня в свое время, в 77-м году в городе Гомеле, я сходил на концерт группы «Арсенал», и у меня просто съехала крыша. И я понял, что когда я своей жене объяснял свои чувства, она как на дурака на меня смотрела. Ну вот. Я дураком и остался. Но мне это нравится. Спасибо вам. Кто будет 16 июля в городе Варна, Болгария, или же 22 в городе Карлов, или же 24 в городе София, пожалуйста, приходите на концерт. А? А, нет, там что-то как-то не это. Не организовали.